Лето – это время, когда надо запасаться витаминами на грядущую зиму. Многие из них можно приобрести впрок, купив банку-другую свежайшего меда. О его целебных свойствах и об ассортименте готовы рассказать профессиональные пчеловоды. Россия славится многими регионами, производящими первоклассный мед. Одна из таких областей – Тамбовщина. Именно там всей семьей трудятся пчеловоды Коломниковы. Они уже на протяжении многих лет держат свои пасеки, прекрасно понимая ценность этого продукта. Наша земля очень чистая по экологии. Первое место мы занимаем по мониторингу. И очень мед хороший, настоящий. Такие продукты, как пыльца, перга и прополис, должны быть в каждом доме для поддержания сил, иммунитета. Семья Тюриных также занимается пчеловодством на полях Тамбовской области. Благодаря огромному разнообразию трав, которые там произрастают, местные аграрии производят не один десяток сортов меда. С миндалем, с грецким орехом. Очень вкусный меда этого года у нас присутствует на ярмарке. Вкус иван-чая с кориандром. Выставка-ярмарка тамбовского меда работает на Смоленском 29 с 5 по 23 августа. Без выходных и перерывов.